Заказали мы помимо мотоблока, еще и колеса железные. Но колеса не простые, а колеса с дырками. С дырками, с отверстиями для крепления утяжелителей. И смотрим, какая хрень. Отверстия-то есть. Но наши кривожопые, криворукие мастера и сборщики делают вот такую хрень. То есть вот, три дырочки нормальные. А вот это, бля, надо теперь брать дрель и усверливать. И вот здесь. А здесь только две дырочки. Раз, два. А вот эти дырочки засрали. Как фирма называется? Покажу эту бумажечку. Сейчас посмотрим, что это за фирма, которая производит эти колесики. Эта фирма называется акционерное общество НМЗ Энергия. Ну что ж вы, ребята, так обосрались это. Где дырочки? Ну что, нельзя было вот эту херню как-то сместить, блин. Или хоть просверливали бы тогда, да? Косяк, ребята. Кого? Ну, она затянется. Нет, так она боком затянется. Ну, затянется боком. Ну, короче, кривожопые наши, как всегда, блин. Ни хрена, блин, не продумывают. Надо им позвонить, сказать, что ли. Наставить их на путь истинный.